Отопительный сезон в Красноярске планируют начать не раньше следующей недели. По правилам, чтобы в дома горожан начало поступать тепло, уличная температура не должна быть выше плюс 8 градусов в течение 5 суток. Только такая перспектива красноярцев не радует. Люди звонят к нам в редакцию и жалуются, что уже замерзают в своих квартирах. А вот в прошлом году сезон горячих батарей стартовал раньше срока. Тогда жители массово атаковали звонками и сообщениями администрацию города с просьбой подать отопление в дома. Нынче же, как пояснили в мэрии, таких планов нет, и специалисты все-таки будут выжидать подходящие температуры и соответствующего распоряжения главы Красноярска. Впрочем, как нам пояснили сегодня в департаменте горхозяйства, кое-где систему могут запустить и раньше, но только в том случае, если заявка поступит от садиков, больниц или школ. Все у нас ресурсоснабжающие организации, у которых есть техническая возможность запустить, например, какие-то отдельные социальные учреждения, детские сады, там, школы при необходимости. Если где-то есть такая техническая возможность, то они готовы запускать это раньше по заявкам. Но пока нет руководителей учреждений, нет там, управления соответствующих, таких заявок не поступало.